Рав, если можно еще раз вернуться, вот оно как-то не отпечаталось. Что такое тень веры? Спасибо. Цель за некра астара. Тень называется скрытие. А скрытие — это то, что мы находимся в скрытии. Мы чувствуем каким-то чувством, что что-то есть, но оно скрыто от нас. Теперь вопрос, как я работаю с ощущением скрытия? Так я хочу это скрытие обратить в раскрытие. Но как раскрытие? Раскрытие, чтобы произошло не за счет того, что я снимаю скрытие. Я не хочу, чтобы это было. Я не молюсь и не прошу, и не жду, чтобы это скрытие исчезло. Я прошу, чтобы у меня были бы силы подняться над скрытием. Это называется выше моего знания. И тогда, таким образом, я достигаю духовного, которое находится в отдаче, выше скрытия. Вот так мы действуем, так работаем.